Западное отделение Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Московской области напоминает: водоем – источник повышенной опасности. Особенно важно не оставлять без присмотра детей. Рекомендации распространяются на все, даже небольшие, дачные и прочие водоемы, которые представляют не меньшую опасность в случае пренебрежения правилами поведения на воде.